Вот наша Конда. В этот облачный денек. Значит, впереди нас ожидает поездка в Migration. Отмечать этот 90 дней репорт. Уже сколько раз мы ездили, и каждый раз это... Ну, не каждый раз, но, в общем... Нет, каждый раз это нервотрепка, потому что не знаешь, что случится. И на Пападос был пока только один раз, да. Три раза мы ездили, или четыре. На Пападос был только один раз. Заплатили-то всего по 2000 бат с нос, то есть 4000 бат, это что там, меньше 200 долларов, копейки. Вот наш вход, здесь все обклеено ковидными объявлениями и штрафами за парковку. Ну тут кругом, естественно, стройки, что еще может быть. Охрана сидит, бдит. Очень бдительная. В общем, сидим, ждем такси.